Не жалейте денег на здоровье. В жизни это главное условие. Почему? Да просто потому, что без настоящего здоровья деньги нам уже и ни к чему. Олександр Стовбир – лікар-хірург судинний вищої категорії, завідуючий другим хірургічним відділенням 5-ї міської лікарні. Про майбутнє лікарське покликання юний Олександр уперше серйозно замислився, навчаючись у 6-му класі. А далі ця думка втілилась у конкретну мету – піти в медицину і стати хірургом. Закінчивши Запорізький державний медінститут, Олександр Стовбир приїхав до Сум. Починав як лікар-інтерн, далі організував спеціалізоване хірургічне судинне відділення. У 1986 році в хірургічному корпусі новостворене судинне відділення займало увесь третій поверх, де було розгорнуто 60 ліжок. Згодом відділення пережило ряд трансформацій. Нині тут 35 ліжок для цілодобового перебування хворих. Упродовж 35 років роботи у галузі судинної хірургії лікар-хірург вищої категорії Олександр Стовбир провів понад 5 тисяч різноманітних оперативних втручань. Олександр Анатолійович, вітаю вас. Ви вже на протязі 35 років працюєте судинним хірургом. Розкажіть, будь ласка, чому ви обрали такий непростий фах і в чому специфіка вашого напрямку роботи? Насчет, чому обрали непростий фах, вопрос такой, как бы интересный. У меня случайно получилось именно в сосудистую хирургию попасть, благодаря, ну, фактически моему учителю, это Кислякову Валерию Павловичу. Я закончил Запорожский мединститут, приехал сюда на интернатуру, мы там, нас было тогда человек 7 или 8 интернов, вот, и, значит, руководителями интернатуры там как были заведующие отделения были. Так вот, когда утром на пятиминутке мы все стояли перед главным врачом и заведующими, Валерий Павлович сказал: вот этого забираю себе, и все, я попал в сосудистый, вот. А так, в принципе, в медицину, ну, была мечта еще со школьных лет. Ну, это были советские времена, там совсем другие были отношения, совсем другие романтические такие моменты, может, какие-то. Ну, по большому счету, я не жалею, что попал, конечно, в медицину. Это нормально, как говорится, сейчас уже ничего другого не умеешь, но поэтому работаем. В чем особенность сосудистой, да? Значит, ну, если уже так более серьезно к этому подходить, особенность нашей именно специализации и наших заболеваний, ну, на первом месте это возраст пациентов. В основном это уже, скажем, люди, ну, более старшего поколения, вот, потому что сосудистая патология чаще всего она развивается после 40 лет. То есть молодые тоже болеют, но реже, намного реже. От природы нам, ну, дает природа и Господь Бог обычно здоровые сосуды, а потом наша безалаберность, вот, знаете, наши такие нехорошие отношения к своему, к тому, что дает Господь Бог, приводит к тому, что развивается сосудистая патология чаще всего. И второй момент, особенность, это хроническое течение, как бы, потому что, к сожалению, как бы это грустно не звучало, но ну, мы не можем вылечить патологию сосудов. К сожалению, не придумали еще таких медикаментов, которые бы восстанавливали те изменения, которые происходят со временем, и чтобы, скажем, пройти курс лечения, и сосуды стали здоровыми. Поэтому, если кому-то это досталось, то это приходится бороться уже всю оставшуюся жизнь. Ну, в большинстве случаев, конечно, в большинстве случаев. Як взагалі до вас потрапляють пацієнти? З чого починається діагностика і лікування? Ну, фактично є два пути как бы решения вопроса. Первый путь – это официальный, так называемый. Да? То есть это, ну, если брать этапность, то есть семейный врач сейчас, к которому пациенты обращаются, вот, который может заподозрить патологию сосудов, насколько позволяет квалификация семейного врача. И дальше уже направляется на консультацию к узкому специалисту, это сосудистый хирург. У нас есть прием в поликлинике сосудистого хирурга.
Вот. Ну и дальше сосудистый хирург, если действительно подтверждается патология, ну мы уже это берем все остальные моменты на себя, в плане и обследования, и дальнейшего лечения, и кто к нам попал уже, вот я говорю, в течение хроническое, поэтому кто попал, в дальнейшем занимается практически. Ну, функция семейного врача, конечно, она остается, но больше здесь уже наша работа. Мы уже дальше пациенты, вплоть до того, что они сами уже знают, что мы рекомендуем периодический повторный курс лечения, уже обращаются к нам. И вот. И второй путь – это неофициальный. Значит, так называемое сарафанное радио. Вот. Потому что, ну, сейчас чем хорошо наше время, тем, что если раньше, допустим, вот сосудистое отделение, когда я сюда пришел еще в 86-м году, оно было одно вообще на область, понимаете. Таких специалистов было немного. То есть сейчас фактически в каждой больнице есть сосудистые койки, там есть много частных фирм медицинских, которые также занимаются сосудистой патологией, вот, делают операции. Но, скажем так, опыт лечения, конечно, ну, самый большой, это, ну, понятно, что тех людей, которые уже давно этим занимаются. То есть это вот наше отделение, и есть отделение в областной больнице, тоже, в принципе, сосудистой, специализированной. Поэтому после того, как, скажем, какое-то время пациенты походили, попытались где-то лечиться, потом, в конечном итоге, им рекомендуют обратитесь вот туда-то, туда-то. И я считаю, это очень нормально, это хорошо, потому что это говорит о доступности, допустим, что не просто есть бюрократический путь, да, что вот, вот их пойдет только туда, только куда-то, а пациент сам имеет право обратиться в любую больницу и уже дальше здесь как бы получить ту помощь, которая, возможно, ну, ему больше поможет, скажем так. А які види оперативних втручань саме відбуваються в очолюванні вашого відділення? Які сучасні методи ви використовуєте? Значить, у нас проводяться фактично всі види відкритих операцій. Да? Це так називаємо шунтування. Ну, якщо брати артеріальну патологію, це коли вшивається іскусственна артерія в обхід атеросклеротичного препятствия, яке существує в артеріях. Значит, протезирование – это когда заменяется артерия, опять же, этим искусственным протезом артериальным. Потом мы проводим операции на аортах, при разрывах аневризм, аорт. Опять же, аортобедренное шунтирование. Проводим операции на сонных артериях, когда поражается атеросклерозом именно артерии, которые питают головной мозг. Вот. Делаются операции на венах, тоже в полном объеме. Ну, понимаете, здесь в этом плане, вот немножко забегая вперед, я бы больше, скажем, ну, даже можно сказать такое слово, похвалился не операциями, которые мы проводим, потому что операции на самом деле это симптоматическое лечение, да, то есть они не приводят к выздоровлению. И фактически, может, даже это самый простой путь решения вопроса, если есть условия для операции, то операцию сделал, там результат положительный, пациента отпустил, и на этом все, ну, на какое-то время закончилось. А вот, да, если говорить о консервативном лечении и дальнейшем ведении пациента, вот это более тяжелый момент. Это более тяжелый момент, который, ну, скажем, не каждая клиника возьмется это делать, потому что наши пациенты хронические, и те изменения, которые происходят в тканях, там, понимаете, из-за нарушения кровообращения, они, ну, как бы это сказать, может, слово не совсем правильное, но они неблагодарные, понимаете, в смысле того, что это требуется очень больших усилий, затрат, вот, и материальных затрат, и времени затрат, и часто бывает так, что буквально чуть ли не каждые там 2-3 месяца приходится повторять это лечение, понимаете, ну, это настолько трудно, в общем-то, трудно в запущенных случаях. И, в принципе, у нас, ну, где-то есть видение таких пациентов, понимаете, вот именно консервативного лечения.
І хто з цим сталкивався, от я думаю, там і родственники, і самі пацієнти, і ті ж доктора, які з цим на самом деле сталкивались, вони прекрасно розуміють, о чому йде річ, от іменно в плані того, що, скажімо, ті комплекси лічення, які у нас тут і розроблені, і приміняються, і вже внедряються не один год, і вони на самом деле приводять, ну, звісно, не во всех случаях, к сожалению, но в большинстве случаев довольно неплохим результатом. Вот вы знаете, это больше даже радует нас, чем, скажем, можно провести самую там шикарную, самую сложную операцию. Конечно, какое-то время она поможет, но не навсегда. А які саме у вас сучасні, от які саме ви використовуєте сучасні методики саме у вашій лікарні? Чим відрізняєтесь від інших? Ну, понимаете, скажем, если рассказывать, какой комплекс мы применяем, ну, это ни о чем не скажет, да. Но здесь, опять же, возвращаясь к этому, к результатам лечения, то есть, если, чтобы правильно понимали, ну, итог, такой отрицательный итог, скажем, заболевания, вот именно поражение артерии, это ампутация, да. То есть, если раньше, допустим, год мы проводили в районе 70-80 ампутаций, то сейчас проводится где-то в пределах 30, там, понимаете? Угу. То есть, скажем, та методика или тот комплекс, который мы применяем, именно консервативного лечения, она позволяет уменьшить количество таких вот калечащих операций, ну, минимум это в два раза. Это... Что касается артериальной патологии. И что касается тоже очень много пациентов, вот если они услышат, есть просто отекают ноги. Вот отеки ног, вот, особенно это женщин касается. То есть когда уже после 40, там, после 50 лет идет гормональный дисбаланс, там начинают развиваться лимфостазы, там, лимфодемы. И они, конечно, бедные, ходят по семейным врачам, и по разным специалистам, там, и по, ну, и толку особого, скажем, от лечения не существует. То есть, в принципе, мы этим делом занялись очень серьезно. И, опять же, ну, хочу даже похвалиться, довольно неплохие у нас результаты в этом плане, что мы оказываем помощь вот именно и в этом направлении на самом деле. Поэтому, ну, я же говорю, конечно, хорошо бы иметь там, вот у нас чего нет, ну, артериальной дуги, так называемой, которая позволяет делать стентирование, да, это вот сейчас, это очень популярно, это очень модно, и действительно это хороший метод лечения, да, там и делается, и стентирование это вставляется и в коронарные артерии, там ставятся такие... эндоваскулярные, эндоартериальные, значит, ну, как бы, чтобы понять простонародным словом, пружинки, да, пружинки, которые расширяют артерии, вот, и, ну, у нас пока мы не можем себе этого позволить, потому что это требуется специальная аппаратура, но если, и, допустим, и дуга будет, ну, мы тогда вообще охватим весь комплекс, так сказать, лечения, ну, даже то, что мы делаем, в общем-то, ну, довольно неплохий результат. Ви провели понад 5 тисяч операцій. Розкажіть, будь ласка, яка була для вас особлива і найскладніша, який от випадок? Ну, знаєте, кожна операція это определённый это с нуля фактически. Ну, не в смысле там возможностей, а в смысле ситуации. Потому что особенно если там, в своё время была санавиация, я дежурил по санавиации, там выезжал в районы, и едешь, и думаешь, не знаешь просто, что там вообще. И особенно 90-е годы, там это, конечно, серьезное время было, когда были переделы все эти, огнестрелы были, и ранения там, и так далее, и тому подобное. Поэтому в этом плане, конечно, я же говорю, что приезжаешь, и на месте только уже понимаешь, в чем суть вопроса. Поэтому каждая операция – это определенный там, момент, который требует и, скажем, и профессиональных каких-то навыков, да? Ну, естественно, эмоциональных затрат. Вот. Так, если вспоминать, вот я выезжал, если, не знаю, может, помните этот случай, когда граната взорвалась на границе, это еще до войны нашей с Россией,
Тогда был такой случай, что, значит, там проверяли пограничники какой-то автомобиль, вот, и там оказался человек с гранатой, взорвалась граната, значит, было ранение руки у нашего пограничника украинского. Вот я выезжал на этот случай, восстанавливал, там, делал шунтирование веной. Он, в конце концов, остался с рукой. Вот. Ну, и таких, и ножевые ранения были, и тоже вспоминается такой случай, когда дедушка косил траву, а в это время ребенок, там, 6, по-моему, лет, случайно попал, подбежал под эту косу, и было ранение артерии голени с кровотечением, там, профузным. Его к нам привезли с жгутом. Конечно, метое, там были трудности технические, что артерия как раз была между верцовыми костями. В общем-то, добраться невозможно. В общем, нормально. В конце концов, закончилось нормально, все хорошо, но тоже, конечно, пришлось попотеть немножко. И эмоційно ви теж переживаєте завжди. Ну, естественно. А як відпочиваєте? Ви знаєте, вопрос очень сложный. Тут всегда, когда на выходные, на обходы приезжаю, там тоже спрашивают, а у вас выходные бывают? Я говорю, ну, болячки, к сожалению, нет. Ни выходных там, ни отпусков, ничего. Поэтому, конечно, ну, отпуск по 2 недели мы там уходим иногда. И то бывает, что и в отпуск даже приезжаем сюда, в общем-то. Ну, с відпочинком тяжело. Зараз на часі так медична, впровадження медичної реформи. Ви як практикуючий лікар, скажіть, будь ласка, плюси і мінуси. Як вважаєте, чи вона ефективна, дала результат? Ну, вопрос, звісно, дуже складний, да? В якому плані, що, звісно, реформа нужна була однозначно. Потому что, скажем, та модель медицины, которая существовала, это модель Семашко, так называемая, да, она хороша в организационном плане и в плане доступности, но позволить себе содержать такую медицину, в общем-то, ну, это надо очень большие средства, очень много денег. Это раз. Второе, ну, фактически, это модель Советского Союза в плане уравниловки, да, вот, то есть, ну, есть доктора, там те же участковые терапевты, вот, и, скажем, они получают одинаковую зарплату, вне зависимости от того, насколько они популярны, не популярны, там, хорошо работают или плохо, поэтому понятно, что это модель уравниловки, такая модель в современном обществе, ну, она не должна существовать. С другой стороны, ну, сейчас деньги идут за пациентом, да, вот, то есть, получается, те врачи, там, которые, ну, по мнению пациентов, скажем, более эффективно, там, оказывают помощь, ну, они популярны, они там зарабатывают, может, немножко больше, но, понимаете, не все так просто. То есть, получается так, если брать город, ну, городские моменты, да, то есть, это один вопрос, можно набрать пациентов на, ну, в одном квартале, там, потому что ясно, что жителей много. Если брать села, вот самое больное место, конечно, там попробуй набери эти 2000 там, на огромнейшем участке. Это раз. Второе. Если брать, допустим, стационары, ну вот у нас, опять же, в основном лечатся люди, ну, минимум после 40 лет. А сейчас, если пройтись по палатам, там и 70, и 80, и даже 90. И некоторые с ногами, а некоторые уже и без ног, там, понимаете, которые за собой сильно не могут и ухаживать, и сильно передвигаться. Там. Поэтому, ну, нужно дифференцированно подходить, понимаете, к той же нагрузке, допустим, что может отделение, в одних отделениях там одна нагрузка там, на тех же санитарочек, там, на тех же медсестер, в других отделениях, ну, нагрузку можно и уменьшить там, потому что одно дело, вот на отделении одна санитарка, которая, ну, тяжелая, допустим, там, те же 30-35 человек обслужить, инвалидов, да, может, и два надо, может, нянечку какую-то надо или что-то. Ну, в общем, можно до бесконечности, конечно, эти моменты все говорить, просто
реформа, ну, мне кажется, не должна быть догмой и не должна застывать. Понимаете, как бы вот сделали, на этом остановились. По ходу деятельности надо что-то менять, что-то, может, даже это, ну, наша инициатива должна быть, что мы там подсказывать должны как-то. Але вас повинні почути. Но нас повинні почути. Вот очень правильно вы сказали, да, потому что можно до бесконечности что-то подсказывать там или там рекомендовать, а если это все останется непочутым, то, естественно, ничего не поменяется. Ну и, конечно, реформу делают люди, вот, там, врачи, специалисты, и медсестры, и те же санитарочки. И понятно, что вопрос, опять же, оплаты, ну, он остается как ни крути, ни верти, там хоть и есть и доплаты, там, и какие-то проценты, там все остальное, но все равно зарплата остается низкой, к сожалению. Поэтому при любой возможности там и медсестрички, и все, кто хочет, уезжают, скажем, в европейские страны, там, где платят дороже. Поэтому, к сожалению, да. Самое обидное, что, понимаете, здесь, допустим, ну, они, мы их можем научить, там, что-то они осваивают уже, и потом уже, когда готовый специалист, просто терять их очень тяжело. Поэтому, ну, зарплата – это очень больное место. Как ни крути, ни верти. Олександр Анатолійович, і ваші поради для людей, для ваших пацієнтів, які прагнуть зберегти активність життя та здорові і міцні судини? Ну, от я немножко вже це затронув. Нам Господь Бог дає хороший механізм. Да? От тіло наше, на самом деле, воно настолько сбалансированные, настолько там, иногда удивляешься, кто это придумал и как оно вообще, в том числе и здоровые сосуды. Но вот это безответственное отношение, которое, ну, может, там, по молодости, когда же, да, ничего не болит, ничего не стреляет, там, все нормально, все хорошо. Знаете, вот как один из юмористов говорил, что там вечер, всю ночь, там, ведешь какой-то определенный образ жизни, на утро встал, отряхнулся и ушел, да, все, и ничего не беспокоит. Но наступает момент, когда вроде вечером, да, и ложишься вовремя спать, там, и все нормально, а утром там уже и что-то стреляет. Там. Поэтому об этом моменте надо помнить, и надо, как бы, вот такой призыв, что более ответственно относиться все-таки, потому что на самом деле заболевания сосудов, они больше приобретенные, понимаете, вот тот же атеросклероз, вот тот же сахарный диабет, который потом дает осложнение диабетической неопатии, даже тоже варикозное расширение подкожных вен, вот, хотя, ну, больше склоняется к тому, что оно передается по наследству, но предрасположенность передается, а развивается оно на основании провоцирующих факторов, понимаете. Те же лимфостазы, вот те отеки, которые там уже где-то к 40-50 годам развиваются, это тоже как следствие, ну, определенного образа жизни, понимаете, определенного момента, то есть этого может не быть. Но как донести до человека, чтобы этого не было, чтобы он вел здоровый образ жизни, понимаете, вопрос такой очень сложный. Это все годами пропагандируется. Вроде бы все все прекрасно понимают, вроде бы с понедельника там я начну новый образ жизни, да, я там здоровый. Приходит понедельник, давай со вторника, там, или со среды, или с пятницы, или в следующем году. Напевно, потрібно полюбити себе в першу чергу. Я думаю, что да, наверное, скорее всего. Ну, или может, понимаете, здесь еще вопрос все-таки какой-то, ну, не пропаганды больше, скажем, а может, медицинского такого просвещения, что ли, тоже должен играть роль. Вот такой пример, ну, может, он немножко к здоровью не относится. Мой ребенок, сын у меня, да, в свое время он тоже, у него стоял выбор, куда пойти, то ли в медицину, то ли куда-то в другое. И у них в 11 классе, значит, приглашали всех родителей из разных профессий, чтобы они просто рассказали о тех профессиях, которые там, как и что, нюансах, скажем, особенностях. Значит, он говорит: папа, ну, приди, расскажи, что там у вас. Потому что у меня тут из 30 человек 20 хочет в мединститут поступать. Вот.
Ну, хорошо. В общем, пришел я, рассказал, там, ну, не о романтических таких моментах, да, а о грязи, о гное, там, извините уже за такие моменты, о том, о ночных поездках, вот, ну и о зарплате. На следующий день приходит папа, ты знаешь, из 20 только 5 хочет уже дальше. Да. Поэтому, если я к чему веду, что о том, если человек знает, что его ждет, допустим, ну, показать, что, допустим, тоже курение может привести к атеросклерозу и, в конце концов, к гангрене и к ампутации, да, вот, может, тогда и отношение было бы другое. Понимаете, вот именно просвещение не о чем-то таком, знаете, в общем, а о конкретных случаях. Вот мне одно время нравилась пропаганда, как отказаться от наркотиков, да, это жесткая была пропаганда, когда показывали людей, которые, ну вот действительно, с язвами, там, понимаете, с теми же некрозами, с тромбозами, с гангренами, ну, оно эффективно. Жестко, может, ну, немножко там на мозги давит, но оно было эффективно. Вот мне кажется, такие моменты были, конечно, более доходило до человека, что на самом деле надо бережно к здоровью обращаться. Поэтому об этом надо помнить. Ну и будьте здоровы.